смотрим замечательную игру, которая называется Final Freeway 2R. Это замечательная игра в стиле 80-х, гонки, супер, огромное количество FPS, то есть графика замечательная, и она универсальна как для iPod, iPhone и iPad. Вы только посмотрите, какая четкая графика, какая чистота кадров. О такой игре в 80-х бы, наверное, мечтали. Управление просто супер. Стоит игра всего лишь 99 центов. То есть не жалко отдать за такую игру. Я ее сразу купил. Что еще могу сказать особенно? У нее куча уровней, три различных игрока, много разных машин. Как бы остальные машины мешают вам проехать, то есть пытаются перед вами пролезть, подрезают. И совершает еще много интересных действий. Система повреждений тоже интересная. То есть, например, вы въезжаете в барьер налево, например, и можете попрощаться с тачкой. То есть будет смята вся левая сторона. В настройках вы найдете кучу элементов управления. То есть можете поменять там, например, управление рулем с левой или с правой стороны. Можно настроить акселерометр, поменять мили на километры в час, настроить регулировки звука. Да и вообще просто игра классная, говорить мне нечего. Называется Final Freeway 2R, стоит 99 центов, можете скачать бесплатно по ссылке внизу. До скорых встреч, дорогие друзья, и это последнее видео перед iPad 3.